На место предполагаемой гибели человека незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники Следственного комитета, инспекторы ГИМС, спасатели. В кратчайшие сроки была установлена личность пропавшего. Им оказался устюжанин 1990 года рождения. По словам очевидцев, двое молодых людей отдыхали на берегу, при этом распивая спиртное. Вскоре один из них зашел в воду, после чего пропал из поля зрения. Свидетели забили тревогу. Приятель пропавшего пояснил, наспор его друг должен был переплыть Сухану, набравшись смелости устюжанин отправился к воде. Каково было удивление представителей экстренных служб, когда пропавший молодой человек неожиданно для всех вернулся на берег живым и невредимым. По его словам, переплыв на противоположную сторону реки, он понял, что сил на обратный рывок попросту нет, и чтобы не испытывать судьбу, пошел в обход по мосту через реку Сухана. Средств мобильной связи под рукой не оказалось, поэтому сообщить приятелю о своей судьбе чудом воскресший для всех устюжанин не смог. Андрей Жилин, Антон Карев, новости провинции.